Террористы выгнали жителей из домов, прилегающих к трассе, и активизировали нападение на проезжающие автомобили. Войскам поставлена задача очистить от боевиков эти дома и обеспечить безопасность дороги. Высокая плотность застройки усложняет задачу. Каждое окно – угроза. В каждом доме может находиться огневая точка боевиков. На трассу выходят бронегруппы. Группа боевиков прокралась в здание возле дороги с другой стороны. Это было не очень удачной затеей. Их обнаружили. После первого выстрела корректировщиками опять обнаружено движение. Видимо, выбрались террористы, которые сидели в подвале. Поэтому боевикам были выданы вторая и третья порции. И на десерт удар артиллерии. Артиллеристы сработали отлично, поразив цель первым выстрелом, несмотря на дальность несколько километров. Добавки не потребовалось. Танки прикрываются дымом. Наблюдатели наводят их на цели. Пехота приступает к зачистке. Террористы открыли огонь. Пехота отходит, и ответный удар следует незамедлительно. Пощады террористам ждать не приходится.
Водитель грузовика убит снайпером боевиков. Из-за постоянной стрельбы снайперов родственники не могут забрать тело. Они попросили о помощи солдат. Командир танка находит решение. Бой за дорогу продолжается. Агентство «Анна Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия.